По многочисленным обращениям жителей города на аварийное состояние дороги по улице Инженерная главой города Хасавюрт Зайнутдином Акмазовым было дано поручение провести ремонтные работы. В связи с этим 22 августа строительная компания «Тент» начала восстановительные работы. Вчера, позавчера занимались завозом нужного материала. Сегодня мы начали основную, отпускать дорогу, соответственно, снимать разбитый асфальт, отпускать гравийное основание, и все за собой вывозить его, КАМАЗами, чтобы за собой не оставлять, чтобы на всякий случай мы могли машины проезжать там. Самое главное, подготовить основание до асфальта, чтобы это соответствовало всем нормам. Тогда асфальтировать это легче и надежнее, и будет, долговечно. Главным заказчиком выступает начальник УКХ города Арсенали Мустафаев. На данный момент, со слов директора Ахмеда Улубиева, проводится подготовка профиля для обеспечения стека воды. В последующем ожидается установка бордюров и укладка асфальта. Работу ожидается завершить в ближайшие сроки. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».